С начала полномасштабного вторжения России тема войны в Украине стала главной на всех польских телеканалах и радиостанциях. Об этом руководители крупнейших вещателей Польши рассказали во время встречи с представителями Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины. Встреча прошла в Варшаве, а ее итогом должно стать подписание меморандума о сотрудничестве. Во всех польских средствах массовой информации всегда есть актуальная информация о том, что происходит на фронте, аналитика и экспертные мнения. И на польских радиостанциях, например, 8 часов вещания теперь на украинском языке. Телевизионщики также запускают целый цикл программ на украинском языке. Представители официального Киева, в свою очередь, пригласили поляков создавать в Украине свои проекты. Польские медиа с первого дня противостоят российской пропаганде. Мы рассказываем и показываем, что такое война на самом деле. Но мы не забываем и об украинцах, которых сейчас очень много в Польше. Дети должны слышать сказки и смотреть мультфильмы на родном языке. А их родители получать информацию не на польском, не на английском, а именно на украинском языке. Мы еще хотим, чтобы польские друзья к нам пришли со своими продакшенами, со своим контентом, чтобы мы могли совместно создавать такой продукт. Это поможет нам поднять нашу индустрию телевизионную и радио, потому что сейчас, как известно, агрессор первое, что пытается сделать, это разрушает эти возможности.